Здравствуйте. Мы сегодня посмотрим, а мне эти прекрасные девушки помогут, вернее, нам с вами помогут разобраться, что такое в вопросе, что такое психосоматика. Вот давайте посмотрим. А бывает ли так, что вы печалитесь, грустите? Конечно. Бывает? Да. А в каком положении вы находитесь? Как ваше тело, мы сейчас расскажем нашим зрителям, как ваше тело расположено в этот момент? Как вы стоите? Конечно, скрючено. Очень хорошо. Сюда. Покажите как. Ну, как-нибудь вот так. Вот, очень хорошо. А стоя как вы стоите? Стоя, так. Вот, смотрите, голова, великолепное положение. А вы как? Стоя, но я тоже думаю, как-то вот так. Вот. То есть, смотрите как, ребята, девочки показывают, что голова наклон, наклон головы, плечи вперед и сутулость. Что при этом происходит? Печалятся, грустят, что сутулятся. При этом грудобрюшная диафрагма сжимается, спазмируется. Что при этом происходит? Дыхание грудной клетки ограничивается. Экскурсия грудной клетки ограничивается, получается, нижние доли легких плохо раскрываются или вообще не раскрываются. При этом что еще происходит? Также грудобрюшная диафрагма, когда мы дышим, когда грудка... Сейчас сначала посмотрим, как вы, в каком вы положении стоите, когда вы радостные. Ну, покажите нам, как вы стоите. Вот, вот. Что при этом происходит, когда мы радостные? Грудка расправлена. Здесь открыто все, грудобрюшная диафрагма, легкие, грудная клетка, все двигается. Соответственно, что происходит? Идет массаж легких, идет массаж печени, идет массаж желудка, поджелудочной, кишечника. При этом, что очень важно, идет работа брюшной стенки, передней брюшной стенки, двигается. А если мы вот так вот сутулим, ну какое здесь может быть движение? А когда мы вот так вот стоим, все двигается, все расправлено. Получается, что кровообращение, лимфоток очень хороший. И хочется кушать, пищеварение хорошее. А если мы сутулимся, то и желчный плохо работает, и поджелудочная плохо работает. Правильно, да? А еще китайцы говорят, и я им полностью верю, потому что постоянно на своих сеансах я это замечаю, когда человек грустит, волнуется, печалится, плохо работают легкие. А когда мы злимся, а как? А давайте посмотрим, как люди злятся. Ну-ка покажите, как вы злитесь. Ну давайте я покажу. Обычно люди так. Вот так злятся. Ну-ка покажите. Как. Примерно так, да. Вот, вот, смотрите, какая вы молодец. Да, вот какая вы молодец. Смотрите, спазмируются руки, плечи, шейка зажимается, челюсти сжимаются. Все это спазмируется. И что при этом, когда мы злимся, печень спазмируется, напрягается, ухудшается ток желчи. Соответственно, пищеварение нарушается, соответственно, идет мощный спазм всех мышц. Да? Согласитесь? А когда мы радостные, давайте еще раз, улыбнитесь. Да, смотрите, растягиваются, щечки растягиваются, ротик чуть-чуть приоткрывается, мышцы растягиваются. Шейка растягивается, грудка, все растягивается. И сразу становится хорошо и гармонично. Поэтому, друзья, всегда улыбайтесь, радуйтесь. Хорошего вам настроения. Стойте ровненько, чтобы диафрагма работала, грудка дышала, чтобы было хорошее пищеварение. До встречи.